В Караганде открыт пункт сбора гуманитарной помощи пострадавшим от паводка. Сбором занимаются члены фонда «Зекет», который расположен при центральной областной мечети. Помощь принимается продуктами питания, постельными принадлежностями, одеждой и средствами личной гигиены. Фонд «Зекет» при мечети уже начал сбор гуманитарной помощи. Со вчерашнего дня неравнодушные жители области несут сюда продовольственные товары, одежду и постельные принадлежности. По словам члена фонда, гуманитарный груз в скором времени отправится в затопленные населенные пункты. Сейчас они записывают принимаемый товар и сортируют. Если с продуктами все более-менее понятно, то с вещами нужен тщательный контроль. Сотрудники фонда призывают граждан приносить только целые и непотрепанные вещи. Если вы желаете стать участником благого дела, можете позвонить по номерам, которые вы видите на экране. Я обращаюсь ко всем гражданам города, области, чтобы у кого есть в доме вещи лишние, если есть возможность купить и принести на пункт сбора, который мы организовали в областной мечети по адресу проспект Шахтеров, строение номер 10, корпоративный фонд «Зекет».